Здравствуйте, земляне и землянички. Я Александр Док. Почему я такой запыханный немножко? Сейчас только пришел я с теплицы. Принес там у меня... Я сейчас покажу. Сейчас переключу камеру и покажу. Я специально снял вот это вот вступление, чтобы лично поприветствовать земляничек, потому что в день 8 марта я должен это делать лично, а не через Марсика. Вот, всем привет. И я буду снимать дальше, в общем. Ну, что получится, то получится. Я никогда не делаю постановочных роликов, за исключением, конечно, когда Марсика посылали на Марс. И, как говорят, топили в батискафе. В шутку, конечно, он даже воды не дотронулся, не дошел до нее. Вышел из воды с рыбкой в зубах. Помните это видео? Ну, это были исключения такие, небольшие постановочки. А в основном я перешел на то, что вот что есть, то и снимаю, и все. Как жизнь, как она есть, так и есть. Без всяких там приукрас, без ничего. Ну, может быть, маленький такой, вот, такую изюминку я вставлю, небольшую, для разнообразия. Вот солнышко вышло, видите, как ослепило, осветило и озолотило своим светом солнечным мое лицо. Все, переключаю камеру и буду продолжать дальше. Вот солнышко, видите? А вот мои солнышки. Марсик, видите, как поздравляет мирочку. 8 марта. Вот пример истинного джентльмена. Лирик тоже хотел поздравить Мирочку, но стесняется, он хвостиком ей, видите, машет. А я, смотрите, вот везу девчатам в магазин, ну, в нашем магазине есть девочки, Аня, Таня, Света, Лена. Вот я им везу тюльпаны, видите, вот такие вот. Просто я выкопал, и у меня они, получается, как бы лишние. Пойдемте со мной. Пошли, Марсик. В общем, я решил это видео посвятить женщинам. И знаете что? Пойдем туда, в сад. Смотрите, какое небо голубое. Это все в честь 8 марта. Пойдемте туда. И там у нас должны быть в самом конце... Зацветают первые самые цветочки. Я хочу подарить их нашим подписчикам. Вот такие вот реальные цветы. Не какие-то там нарисованные стикеры, а просто реальные цветочки. Видите, сегодня даже Мирка не стала никого пропускать. В честь 8 марта все прошли одновременно. Вот, смотрите, видите, верба зацветает. Видите, что получается? Это лед. Вот лед. А там подо льдом такие вот беленькие шарики, видите? Еще у нас зима не совсем ушла. Вот снег. Но все равно мы попытаемся найти в снегу цветочки для наших уважаемых подписчиц. Я их всех уважаю. Они все у меня прекрасные зрители. Бывает, конечно, там кто-то что-то напишет, кому-то что-то не нравится. Ну, не без этого. Я не хочу, чтобы мои подписчики были идеальными. Я не приемлю только, знаете что, вот как мои кипарисы теперь выживут. Я не приемлю откровенную злость, зависть и оскорбления. Ну, матерными словами оскорбление, потому что такие комментарии читают другие подписчики, и не хотел бы, чтобы аура на канале портилась из-за каких-то там, я скажу, единиц. Потому что если бы на канале у меня бы присутствовало много негатива, и подписчики бы мои, все бы склонны были бы к тому, чтобы меня ругать там, или им бы видео не нравились мои. Смотрите, как снежок, видите? То я бы, конечно, что-то поменял бы на канале. Но поскольку комментарии все положительные,
И бывает, иногда там кто-то чего-то там привнесет в канал, какой-то негативчик. Ну, это как изюминка в тортике. Знаете, пирожное или тортик, там обязательно есть изюминка. Ну что, Марсенчик, пойдем. А мы идем. Идем. Да. Знаете, что я засмеялся? В какашку наступил. Была здесь вот. Ну, бывает такое. Ну, я же вот, смотрите, показываю вверх небо голубое, облачка. А вниз не смотрю. И только почувствовал, что это скользкое такое. Понесло меня. Чуть не проехал. А тут еще двор же под уклон идет. Вот, смотрите. Это вот уже у нас тут почки распускаются. Вот он, снег, видите? Марсик. Мира, пойдем. Смотрите, вот эта полянка, где мы любим с Марсиком валяться в траве. Вот она вся. Здесь снежку. Марсик меня ведет. Сейчас моя тень будет идти сзади. Все, теперь мы поворачиваем сюда. И тень будет сбоку. А то она впереди меня бежала, эта тень. Ну что здесь? Вот она, видите, сбоку. Марсик идет по периметру. Марсенчик, как только найдешь цветочек, так хрюкай, понял? Сразу же. Пока он хрюкает равномерно, слышите? Значит, ничего не нашел. Ну да, снег еще, видите? О, женщина, это вам. Экспромт. А? Принимайте. Вот такой вот. А это знаете, что будет? Сейчас сделаю. А это будет глазик. Вот. У Радочки. Поняли? Беленький глазик и сердечко. Она вам передает привет. Ну что? Еще один экспромт. Растоплю своими руками цифру 8, видите? Вот. Вот пальцы топят. Вот как. Сейчас снег растает, и получается вот такая восьмерочка. Такой экспромтик. Ну что, наверное, будет несправедливо, если я не угощу в честь праздника моих собачулек рыбьим кормом. Лирик! Тем более Серега добавил свеженько, знаете, с горкой. Знаете, знаете. Лирик, как всегда в своем репертуаре. Так, давайте, знаете, что я... Вот я что сделаю. Вот у нас водоем. И здесь, вон воздух, видите, сейчас подается. Здесь у нас живет Кузя, Кузина. Вот я их поздравлю, видите, кинул корма им. Потому что, может быть, Кузя есть она, понимаете? Кузя, вполне возможно, что мы ее назвали Кузя, Кузя. А кто ее знает, эту Кузю? Кусь он или Кузя? Поэтому, на всякий случай, рыбки, с 8 мартом вас. Вот вам тоже корма. Марсик вас поздравляет. Мирочка поздравляет. Мирочка уже поздравила мадам Белохвостикову и красную шапочку. Помните? Вот почему этот заборчик появился здесь. Ну ладно, земляне. Соловья баснями не кормят. Мы же пришли сюда зачем? Мы же не на эту лиру пришли смотреть. Лирик! Ладно.
Ладно, оставайся без корма. Хотел снять лирика в лире. Видите, вот у нас лира растет. Но лирик он предпочел где-то спрятаться. Возможно, он ищет косточки, запрятанные еще с прошлого года. Ну, а мы идем дальше. Вот мы пришли в конец сада. И начинаем искать. Вот здесь у нас должны быть цветочки. Смотрим. Ну, пока что снег, видите? Вот, видите, это пробиваются цветочки. Вот, зелененькие. Лирик, быстрей! Ах ты ж, бродяга. Пойдем. Я уже хотел уходить. Ну, вот смотри, Лирик, что получается. Сейчас я должен дать тебе... И, естественно, дать еще и остальным. На, а тебе, на, тебе, тебе, тебе. На, Мирка, тебе в честь 8 марта вот отдельно с горкой, знаете. Все, ешьте. А я пойду искать цветы. Вот лирик какой, а. Где-то бегал, бродил. Что он там, может быть, цветочки искал? Ну, опять мы возвращаемся на эту дорожку. Вот я еще сниму. Ну, я далеко не буду уходить, потому что бывает, конечно, что и задерутся из-за корма. Я стараюсь, конечно, в разные места давать. Ну, бывает, земляне. Бывает из-за такой вот маленькой вот тут штучки, ну, рыбий корм. И вот такая большая драка. Так, ну, вот я показываю, значит, у нас, видите, пока что еще нет цветочков, не нашел я. Ну, я буду упорно искать, и кто ищет, тот всегда найдет. О, смотрите, что, видите, вот они, троица желтеньких цветочков. Но они еще не распустились, значит, где-то нас ждет удача, потому что всегда на 8 марта... Мы были с цветами. А я когда был маленький, мне было 14 лет, помню, я на Кубани на 8 марта купался. Было жарко, и мы купались. Так, лирик остается там, подъедает. Он сейчас все там найдет, каждую мельчайшую такую, как гранулку. Ничего не пропустит. Ну, идем дальше, смотрим. Во, а здесь уже крупнее. Листики, видите, какие? И вот уже полосатенькие. Но это еще не цветочки. А знаете, почему в ту сторону? Там у нас юг. Там север. Вот там Москва. И так далее. А там у нас вот Черное море. Вот туда. Там на самом деле южнее. Поэтому я надеюсь, что здесь мы найдем. А уже и нашли. Вот я нашел наши уважаемые землянички. Вот она, моя тень накрыла цветочки. А вот смотрите, какой букетик. Гляньте. Во. Марсик, Марсик, быстрее сюда. Лирик, Мира, с кем поделиться? Ой, а вот еще, гляньте. А вот еще беленький. Вот они какие. Вот тут целая прям плантация цветочков. Уважаемые землянички, это все вам. Специально для подписчиков канала Александр Дог Юмор. Вот эти цветочки примите от меня. Ну, такие. Вот, и видите, держу в руках. Вот вам, пожалуйста. Мои уважаемые подписчики. Специально для вас. Даже для тех, кто не подписан на канал. Все равно. И их тоже поздравляю. Отходи. Отходи. Понюхай, похрюкай. Ну, да, будем считать, что ты нашел. Конечно. Допустим. Главное, не съешь. А вот она еще одна прибежала. Мирка, вон, смотри. Для тебя цветочки.
Ну все, земляне. Вот такой репортаж. Видите, в снегу мы нашли цветочки. Специально для подписчиков. Специально для наших уважаемых земляничек. Вот я сходил, нашел с Марсиком. Марсик мне показывал дорогу. Ну а завтра, послезавтра уже здесь будет целая поляна этих цветов. Потому что вот, смотрите. Вот я иду и вижу, что вот уже следующий будет. Видите, вот. Это уже будущие цветочки. А вон там, смотрите. А вот тоже. Гляньте, сколько. Это тоже завтра уже будет. Это будет завтра. А сегодня у нас 8 марта. А сегодня мы любуемся теми цветочками, которые есть сегодня. Вот я еще раз подхожу сюда и заканчиваю это видео этими прекрасными желтыми цветочками, как наша Радочка. Она тоже у нас родилась желтенького цвета. Видите как? Ну все, земляне. Еще раз всех с 8 марта.